В общем, как мы и обещали, мы продолжаем снимать видео о восстановлении церкви Веретена. Мы идем к Веретевской церкви, но по другой дороге, со стороны Ивановской. Ну чё, туда мы точно? Да. А то первый раз. Я все хотел вот так, на полный экран попробовать хоть раз снять. Побежали, побежали. Нормально. Интересно, сейчас-то можно там подняться, посмотреть? Там все было. Да я думаю, не закрыто. Че, еще что-то пристроили, да? А нет, один. Ну сейчас увидим. Котельная. Слушай, смотри, сколько кирпича уже. Что, не хотят строить здесь? Не знаю. Забор, может, вокруг церкви. Давай сейчас расскажу, что я тут сказал. Сейчас, подожди. Мы тебя на фоне церкви. Вон, смотри, они их уже и побелили. У меня сегодня вообще ни одной мысли нет, что сказать даже. Только говори громче. Мне тут один мужчина рассказывал, что у него прадед жил раньше в Полушне. Это примерно где-то километр за церковь туда, за речку. И он у него похоронен на этом кладбище. И он говорил, что раньше кладбище было не только за церковью, но и вот здесь вот, перед церковью. И за церковью она доходила почти до речки. Вот он говорит, раньше была деревянная церковь. Говорит, представьте, с 600-го года здесь 300 лет народ хранили, сколько здесь должно быть могил. То есть народ закопан. Кладбище намного больше. Тут хранили из Полушина, с Лужков, с Веретева и с Гусева. С 4 населенных пунктов. Значит, у нас получается оно оттуда и, возможно, вся вот эта территория. Здесь получается не перед церковью, не под могилы были раньше. И за церковью, получается, там сейчас лес растет. Так а вот когда я тот раз ходил, я же не был никогда в той части. И я пошел, а там разрытые могилы, сколько, и сосны здоровые растут. Соснам-то лет уж, наверное, по 70, по 100 точно. Я замечал там в лесу, да, вырыл ям. Да мне кажется, знаешь, что будет? Как заборы ставят вокруг церквей. Дома, наверное, построят какие-нибудь. Это вот явно фундамент. А старые планы какие-нибудь вообще остались этой церкви? Ты не в курсе? Не в курсе. Я тут нарвался на старую запись, где Геннадий какому-то Владимирскому каналу интервью дает. Думаешь? Котельная дымит, все как обычно. Ну что, вовнутрь? Давай. Как мы обещали нашим подписчикам, мы продолжаем снимать про восстановление церкви Веретева. Давайте посмотрим, что изменилось за 2 месяца. Вот здесь уже сделали какую-то пристроечку. Все уже цивильно. Ящик приделали на стену. Все дела. Все, наверх не ходили? Нет, еще сейчас пойдем сюда сходим.
и... Да, внизу, кстати, тоже крест не остался. Че, все сбили, что ли? Я в шоке. Пойдем смотреть, что все сбили. Что фресок совсем вообще не осталось, все сбили. Да, что будет потом обрисовать новое. Не, новые-то новые. Ну, в общем, ребята, как я и говорил раньше, все, теперь абсолютно все концы в воду. Остались только фотографии в интернете. Кто что-то снял, кто выложил это ВКонтакте. Я, конечно, не ожидал такого. Я думал, он их будет восстанавливать. Считай, смотри, этого главного убрал бога с треугольником вместо нимба. Вообще жесть. Пойдем в алтаре посмотрим, чего стало. Не, слушай, я не ожидал, если честно, от него такого. Вообще, кто, интересно, у него это курирует-то стройку-то? Я так думаю, тех фресок, где Иисус и два каких-то человека в непонятных костюмах религиозных, я думаю, тоже от нее ничего не осталось. В общем, мы успели заснять все артефакты этого места. Я говорю, у меня, блин, ни одной мысли теперь вообще в голове. Жесть. Прикольно, раньше делал, да? Ты имеешь в виду? Ну да, смотри, да, кирпич. Он особо не порушился, хотя мог бы по всему этому кирпичу в основном. Батарея. И как бы все равно все осталось. Нет. Я, короче, не знаю, блин. Вот про что я тебе тогда говорил. То кирпичи от церкви в дорогу закатали, то фрески сбили. То есть всю историю. Машина приехала. Я слышал. Пойдем посмотрим, что дальше. Батарея. Пока выключи. А, вон ты. А я думал, ты здесь. В общем, пообщались мы с людьми, которые в данный момент присматривают за церковью. Люди добрые, интересные. Рассказали нам много чего, о чем мы раньше только догадывались. Но обнародованию уж, извините, это подлежать не будет. Я не буду рассказывать об этом, потому что информация не для интернета. Ты аккуратнее в эти только не нырни, слышишь? Там очень глубоко. Ну как, нормально будет. Так что, видишь, летом где-нибудь с ними здесь опять встретимся, да сделаем им экскурсию по местным лесным достопримечательностям. Ну что, пойдем посмотрим. Не, я имею в виду туда. Мне интересно, как этот сделали. Ну, купол как поставили. А там ты был уже там, да? Нет.
я не мог это доехать. А почему? Ася. А что с ней? Если такого, что ты? Так она вот, на запоре. Да. Слушай, ну-ка иди сюда. Подержи. Вот так? Да. Ты прав, а почему? Я говорю, что-то. Что-то не то. Ну слушай, ну подожди. Стой, может там зарыться? Не, ну ни замка, ничего нет. Альтернативного входа нет, да? А я случайно не увидел. Ну, всего скорее это закрыли от таких, как я. Значит, как-то они ее потом должны так-то туда заходить. Логично. То есть она должна быть как-то открыта. Да. Я не знаю. Значит, ребята, кина оттуда не будет. Не, ну если так, честно-то я не сильно расстроен, что я туда не попал. Раз не попал, значит так надо. Вот. Как мы все мы обещали, потихонечку снимаем про восстановление церкви Веретева. Кому интересно, продолжайте смотреть. Ладно, я вырежу. На колокольню сегодня у нас попасть не получилось, потому что она закрыта. Что, ни замка, ни забитых гвоздей я не обнаружил. Поэтому я не знаю, почему так. Что это, метель? Ух ты. Не, плохо. Лыжников-то уже видно. Сугробы здесь по колено в этот раз. Да уж, можно сказать, лезем прямо по могилам.